Приветствую всех любителей бокса и хотел бы с вами поговорить о последнем заявлении главы промоутерской компании Top Rank Боба Арума, в котором он, собственно говоря, четко дал всем понять, что есть интересы Боба Арума, и они превыше всего, а на интересы всех остальных Бобу Аруму, грубо говоря, просто плевать. О чем я? Все мы знаем о том, что Диллиан Уайт вот уже 3 года занимает первую строчку рейтинга WBC, обладает титулом временного обладателя пояса чемпиона мира по версии этого боксерского совета и долгое время является обязательным претендентом на проведение поединка за титул чемпиона мира. И все это время его держали подальше сначала от Диллиана Уайта и теперь пытаются держать еще дальше от Тайсона Фьюри. Естественно, Диллиан Уайт не очень доволен таким расположением вещей. И после того, как Боб Арум заявил, дескать, вот случилась пандемия, она нанесла очень большой и болезненный удар по боксу, поединки проходят без участия зрителей, а это не предполагает получение дополнительной финансовой прибыли, нечем платить чемпионам мира за их бои, а они за копейки боксировать не хотят, поэтому все обязательные защиты нужно отложить как минимум на год. Естественно, Диллиан Уайт этим возмутился, поскольку до 21 февраля 2021 года Маурицио Сулейман своим предписанием и обязал победителя 3-го поединка между Тайсоном Фьюри и Диантеем Уайлдером провести обязательную защиту титула чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе против Диллиана Уайта. Казалось бы, решение комитетом по проведению чемпионских боев и Маурицио Сулейманов принято. И, собственно говоря, все промоутеры обязаны это предписание выполнять. Но только не Боб Арум. Почему? Потому что Боб Арум смотрит куда дальше. И достаточно считает себя авторитетным в мире профессионального бокса. Ну, мы это не оспариваем. Чтобы диктовать всем условия, которые выгодны прежде всего ему. Почему? Потому что Боб Арум после 3-го поединка Тайсона против Уайлдера хочет провести бой, как он уже говорит, Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа. И не просто бой, а 2 поединка в 2021 году. И тогда что получается? Что Диллиан Уайт просто остается опять вне удел. При этом Боб Арум говорит о том, что Диллиан Уайт, дескать, поступает не очень-то умно. Пока вот состоится 3-й поединок Тайсона Фьюри против Диантея Уайлдера, пока 2 боя проведут победитель 3-го поединка, да, между Тайсоном и Уайлдером против Энтони Джошуа, у Диллиана Уайта есть прекрасная возможность провести поединки в Соединенных Штатах Америки, в Англии, повысить свой авторитет, свой имидж, и когда вот эта вся весь этот гешефт Боба Арума закончится, то Диллиан Уайт уже на волне, скажем так, успеха получит самые большие деньги, выйдя в ринг против вот чемпиона, который будет обладать уже 4 титулами в тяжелом весе. При этом Боб Арум, конечно же, так величественно говорит об этом, но вот с другой стороны, надо понимать, что пока закончатся все вот эти вот игры и гешефты Боба Арума, наступит 2022 год. Потому что если в декабре Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт закончат свою трилогию, и потом 2 поединка победителя против Энтони Джошуа, а они могут пройти только, скажем так, весной и осенью 2021 года, то получается, что Диллиан Уайт, если и получит шанс, до 2022 году, до этого времени Диллиан Уайт может либо поломаться, либо состариться, либо принять решение уйти, собственно говоря, из бокса. И так, в таком же положении оказывается и наш Александр Усик, который, даже если гипотетически победит Дерека Чисору, то будет вынужден простаивать
практически полтора года в ожидании того момента, когда Энтони Джошуа или либо кто-либо другой, обладающий титулом чемпиона мира по версии WBO, выйдет в ринг против него, проводя обязательную защиту. То есть получается, что интересы Боба Арума сразу, в общем, как бы откликаются и на интересах Диллиана Уайта, и на интересах Александра Усика. И не, давайте не забывать, что еще существует обязательный претендент по версии IBF. За Кубратом Пулевым будет еще кто-то. Поэтому как бы интересы Боба Арума наступают на ногу очень многим интересам других бойцов. И Боб Арум подтверждает то, что ему абсолютно наплевать, что мы все думаем и что там, кто там должен обязательную защиту проводить. Он заявляет честно: ребят, ВБЦ придумал замечательный титул франшизного чемпиона. Он был придуман для того, чтобы освободить обладателей этого титула от обязательных защит. Так Сауль Альварес избежал обязательной защиты против Жермала Чарло. Василий Ломаченко избежал обязательной защиты титула против Дэвина Хейни. И Тайсон Фьюри или Диантей Вайлдер подобным образом избегут обязательной защиты и против Диллиана Уайта. То есть, что Боб Арум говорит, что бы вы там ни хотели, что бы вы там ни пытались как-то мне предъявить, я все равно выкручусь и проведу свой гешефт, сделаю свой бизнес, как бы вы мне не препятствовали. При этом Боб Арум уже насмехается над Диллианом Уайтом, говоря, что ты, собственно говоря, Тайсон Фьюри или там Диантей Уайлдер будут чемпионом мира WBC по франшизе, а ты получишь этот титул, и вот защищая его обязательных защитах против или Александра Усика, либо Оскара Риваса, либо Луиса Ортоса, это уже твои проблемы будут. Поэтому я считаю, что Боб Арум, ну, оказывается, не лучше и не хуже тефлонового Дона Кинга, который известен своими манипуляциями. И с одной стороны, вроде бы как хочется увидеть бои действительно там Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа, либо Диантея Уайлдера против Энтони Джошуа. А с другой стороны, ты понимаешь, а нафига вообще вот выстраивали вот эту вот систему контендеров, да, там боксеры поднимаются в рейтинге, если она не работает, если в любой момент желание одного промоутера может просто нивелировать всю вот эту четко выстроенную систему. И получается, что Маурицио Сулейман ничем не лучше Джильберто Мендосы, президента WBA, который известен своими ляпами и фейлами вот, в организации поединков, продвижении рейтингов и тому, что кто больше платит, тот, собственно говоря, и прав. Вот такая вот история. Как вы к ней относитесь и какое ваше мнение, стоит ли вот все-таки титул чемпиона мира по франшизе, который, кстати, нельзя ни завоевать в поединке, ни потерять в поединке. И даже если обладающий им боксер переходит в следующую весовую категорию, то этот титул в той категории, из которой он вышел, за ним сохраняется. Вот как у Сауля Альвареса, да, он является чемпионом мира WBC по франшизе в средней весовой категории, одновременно владеет титулом чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе. То есть, ну, реально, ну просто жесть. Поэтому пишите, как вы относитесь вот к титулу чемпиона мира WBC по франшизе. Как вы относитесь к тому, что пытается сделать Боб Арум? Действительно ли вот Диллиану Уайту, Александру Усику нужно ждать своего шанса на завоевание титула чемпиона мира, а проще говоря, ждать у моря погоды? Вот мне интересно ваше мнение. Ну а в остальном заходите на наш YouTube-канал, подписывайтесь на него, делитесь нашими видео, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий. Жду ваших комментариев и лайков. Ищите нас в социальных сетях и пабликах. Если сможете помочь нам сделать большое поистине великим, будем вам в этом очень признательны. Заходите на наш информационно-аналитический ресурс theboxing.com.ua и пишите нам по адресу theringshow@gmail.com. И помните, держите удар как в жизни, так и в ринге.